Чтобы поддерживать здоровую конкуренцию в рамках ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия теперь будет штрафовать стороны за несоблюдение правил. Кроме того, у нее появится возможность проводить повторные антидемпинговые расследования. Соответствующие поправки ратифицировали в Сенате. Меры, по мнению экспертов, помогут защитить отечественных производителей от недобросовестной торговли третьих стран. Вместе с тем у сторон появится возможность оформления фитосанитарных сертификатов в электронном формате. Вся продукция будет иметь соответствующий QR-код и механизм цифровой прослеживаемости. А это, в свою очередь, поможет снизить коррупционные риски при проверке товаров на границе, а также отслеживать качество ввозимой продукции. На рынке не должно присутствие некачественной и небезопасной продукции. Конечно, в этой связи мы полностью поддерживаем актуальность этой темы, и я проинформировал о том, что создан ситуационный штаб из контролирующих органов в апреле прошлого года, выработаны необходимые мероприятия, алгоритмы взаимодействия. Мы практически перешли к фазе теперь реализации их. И мы теперь знаем, в каких, как правило, значит, местах чаще всего совершаются нарушения, и мы будем в этом году пристально за ними наблюдать.